Всем огромный привет! После таких тщательных поисков шампуня по всем магазинам, да еще и в такую погоду, у меня очень сильно разболелось горло. Как говорится, не хотелось, да и не моглось разговаривать. Вот, но от мамских забот никто не освободит, конечно же. Мы, мамы, не привыкли болеть долго. По приезду меня ждало белье постиранное. Это круговорот бесконечный. Это уже вторая партия за сегодня. И тут у меня два полотенца. Я сразу собираю одно на плавание Машули. Сегодня у Маши плавание. На каникулах его не отменяют. У нас два полотенца. Конечно же, два розовых. Естественно, мы их меняем, чтобы они успевали высыхать. Маруся пришла уже с плавания. Скажи, да, уставшая. Прям трудовой день. Расскажи, что ты там делала на плавании. 200 метров комплекс. Это что такое? Это 8 бассейнов. А сколько метров один бассейн? Один бассейн 25. Ага. Ого. Много. Сколько? Руки болят, наверное. Руки нет. А что болит? Голова. А что голова болит? Шапка голова сдавливает. Нет, глаза болят еще. А что? Ты же в очках плыла? Да. А что болит? Когда я 200 метров начала плыть и вот так нырнула, у меня слетело. Купальник тоже? Нет. Хорошо, главное, купальник остался. Нас было сегодня 6 человек. 6 вас было? И что вы еще делали? Приседали, отжимались. Боже, прекрасный тренер. Я обожаю вашего тренера. Вот так сперва, а потом перевернулись на животы и вот так головой. Отпахали по полной, да? Два подхода таких. Ничего себе. Делали домик. Домик? Домик. А что такое домик? Вот так становишься и делаешь. Скользко. Это получается, вот до чего доводит плавание детей, да? Ну, показывай домик. Скользко это на ламинате, на коврике не скользко. Это йога. Не знаю. У вас это еще домик называется, да? Еще мы котика делали. А котик это что? Это вот так. То есть спину прорабатывали, да? Да? Молодцы, вообще просто. Вы герои. Мы сначала приседали, отжимались. Герои. Скоро ты станешь как балерина. Не уверена. Не уверена? Ну давай, суши голову, раздевайся, переодевайся, да? Ой-ой. А что, нету других таких человечков, которые вот как девочка, только мальчиков, нету таких? Есть. Ну. Мам, какого? Темнокожего? Не знаю, просто человечка, который будет водителем. А это могут быть пассажиры. А побольше нету вот таких? Раньше же побольше были. Нет, разве? У тебя это органы тела, части тела. Части тела у тебя туда да, так один, всякие один разные. Голос потерялся. Такой рыжий. Мальчик. Дим, давай машинку. Да. Дим, давай машинку, тебе водителя посадим. Во, водитель маленький. Это ты. Давай посади вот туда в машину. На, мальчика. Пупсика посади, будем возить его. Хотя я вам сейчас принесу побольше члена экипажа. Давай выберем тебе водителя. Давай. Вот, девочка, у тебя будет водитель. Давай. Ой, она улетела там, улетела. Ну, что-то она проваливается там, да. Загружай автомобиль. Загружай.
Сейчас мы пока не подсматриваете, как мы будем. Что-то многовато у тебя их там уже, Дим, многовато. 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 Там все переднее сиденье туда завалил как раз частями от человечков. Да. Все, Дима загрузил полную машину. А, все, решил высыпать их все. Все. Никто не остался, никто не забыт. Тут надо собирать головы, ноги с лего. Да не надо их так кучками там запихивать. Дима такой партией большой сразу. Сразу и всех. А мама смотрит танцы. Флажки мы решили пока не снимать, потому что это придает позитива. Посмотрите, сколько у меня обликов. Можно все менять, но они, мне кажется, все одинаковые, конечно. Вот тут есть даже темный. А так вон. Сколько? 6 образов, и все одинаковые. Будьте здоровы, будьте здоровы. Все, за рулем у вас, девочка. Май, это ты за рулем. Угу. Какая девочка у нас за рулем? Большой машины, да? Пока она туда не влазит сильно. Для кого-нибудь еще. Лялечка маленькая, да? Давай мы ее в пассажиры вот сюда посадим. Парочка у нас, муж с женой. Муж за рулем, жена рядом, да. Мы нашли в Лего-зоу таких человечков. Как раз хорошо они нам подходят на водительское место. Но Диме что-то не нравится. Что, в пассажирах они будут? Ой-ой-ой, скажи, ой-ой-ой. Недовольный малышок. Дим, ну чего ты? Смотри, как они хорошо уселись. Ароматно всю квартиру. Маминой выпечки, да? Особенно вечером, на ночь. Очень вкусно и не полезно. Но мы будем булчонки с вареньем. Такие классные. Ай, красота. Скажи, да, Димасик, что мы сейчас будем делать? Пускать шар, правильно? Вот этот зеленый шарик, да. Опускай. Нет, опускай в воду. Оп. Ух! Вон сюрприз. Сюрприз это что-то синенькое. Ух! Как бурлит, да? Как будто шар лопается. Фонтанчик зеленый такой. Вся ванна зеленая. Ой! Хорошо бурлит. Да? Как арбузик. Да. А, я отпускай его, отпускай. Мне кажется, уже это маленькая.
Что же там будет? Что там за сюрприз еще? Дима, отпусти его. Дима со своими корабликами. Лучшие игрушки в ванной. Давай запускай. Ой, кто-то там появляется. А ну-ка, давай. Что у нас тут? Давай еще. Отпустите, отпустите. Это капсула. Я знаю, это надо... Открыть. Это капсула, и потом будет вырастать кто-то там в этой капсуле, да? Там типа динозаврика. А спускаем воду. Или, мне кажется, оно должно... Оно будет размокать, и получится... И какая-то губка. Наверное. Но она потом исчезает. Может быть, это не за один раз? Ну, пусть пока плавает Димасиком в зеленой воде. Надо прикольно. Чашечку поставить вообще? Корабли в зеленой воде. Ой, не уверена, что Дима сядет спокойно. Так, у нас в сюрпризе динозаврик, и он подрастает. Такой синий динозаврик, да? Ну, он, я думаю, еще увеличится и будет такой, как мочалочка. Классный, да, Дима? Да, смотри какой, да? Да. Тебе понравилось? Да. Синяк у нас на щеке, мы ударились об стол, скажи, да? Да. Боевой ты у нас такой очень, да? Такая зеленая ванна получилась, прикольно вообще. Такого я еще не видела, это очень забавно. Ароматненькая, вкусненько. Достали уже булочки, немножечко подостыли. Вареничка, конечно же, вылилась, вот там видно. Ну ничего. На качество и вкус это точно не повлияет. Так что будем кушать. Чаек сейчас заварим и будем кушать. И тут у нас супец доварился. Ну еще чуть-чуть, буквально зеленушечку осталось бросить и все. Так что, ну и печку, конечно же, нужно помыть, потому что это я сегодня манку варила. И она рассыпалась. Вот. Такую вкуснятину идеально с молочком, с холодным, с холодильника. Но у нас нет молока, мы его сегодня истратили на манку. Вот, делали манку в обед. Поэтому будем с чаем. Так что заварим сейчас чаечек и будем наслаждаться вкуснятиной. А знаете, почему булочки у нас вечером? Отгадайте. Все правильно, да, потому что каникулы, дети дома, и их нужно прикармливать вот такими штучками вкуснячими, чтобы они отдыхали, расслаблялись, потому что во время школы, учебы... На это нет времени. Ни у меня, ни у них. Вот, поэтому наслаждаемся на каникулах вот такой ароматной маминой выпечкой. Так что всем огромное спасибо, кто сегодня был с нами. Всем приятного аппетита. Ну, на ночь лучше, конечно, не кушать. Но иногда можно, очень-очень редко. Но потом нужно будет отрабатывать это все. Огромное спасибо всем. До скорой встречи. Всем пока-пока.